факультет бизнеса готовит специалистов, которые способны обеспечить системный, комплексный подход к решению проблем управления компаниями и содействовать успехам их деятельности. Основные направления подготовки – менеджмент и экономика. Сотрудники факультета проходят переподготовку в вузах Европы и США, что обеспечивает высокое качество образовательного процесса. На факультете открыто вечернее отделение, а также центр MBA, который реализует программу дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования». Добро пожаловать в будущее образовательной индустрии. НГТУ. Поступай правильно.